have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки! С вами Оладушки, мы с вами в Death Door. Побегал я немножечко, посмотрел. Вон там, если на лифте подняться, будет тот самый ворон и те самые врата смерти. И у нас есть вот это вот место. Тут мы, по-моему, сражались со стражем врат, если я правильно помню. Есть вот такое местечко, про которое я забыл. Можно его открыть и пойти в эту сторону. Нам явно не хватает как минимум двух скиллов. Ну, в смысле, как минимум. У нас, судя по тому, что у нас есть лук и огонь, у нас два свободных места. Эти два свободные места у нас будут, скорее всего, под скилл перемещения и скилл большого удара, потому что как раз их-то мне сейчас и не хватает. Учитывая то, что я вижу на карте, мне явно не хватает именно двух скиллов. Поэтому, собственно, будем их и искать. А что еще интереснее, что как раз у нас осталось два больших босса. О, какое совпадение, да? Ну вот, именно от этих боссов мы, наверное, и получим наши два скилла, которые нам потом пригодятся для исследования всей карты. Супер, тут мы немножко закольцевались. Есть, отлично. Назад я не пойду. Просто пооткрывал шорткаты, чтобы потом вот так вот не мучиться. Вот это вот очень интересное место, оно в никуда, а тут в никуда не бывает. Тут у нас ничего интересненького нет. Хорошо. Предлагает нам вот это вот, этот лифт. Ну-ка, к заросшим руинам, да, да. Мой русский есть, идеален. Фига себе. Вот это местечко мне и показывал ворон, когда говорил, куда мне надо. Так. А, нет. Я думал, что он туда до верха поедет. Мне сюда? А, все, я понял, как это происходит. Мне вот сюда. Он там просто лежит на спине и руками перебирает веревки. Фига себе. Вот это поезд. Спасибо. Офигенное место. Тут можно... Да, можно спуститься, но мне почему-то такое ощущение, что эта штука ядовитая. Может попробовать, ну нафиг. Серьезно? Ладно, мне нужно найти врата, чтобы я был уверен, что смогу вылечиться и воскреситься. Тогда бы я, пожалуй, спрыгнул бы туда. Посмотрим. Тут обязаны быть где-то врата. Это же новая локация. Хочу врата. Вот тут. Вот тут. Ну где? А, вот, вот тут. Я же говорю, будет сам... Хорошо. Где они находятся и куда они нас поведут? Заросшие руины, зал врат. А, вот как это все будет. Ну-ка, добро пожаловать. Хранишь ли душ, не желаешь ли способностей? Мне нечем их пока что улучшать, но спасибо, что спросил. Чуваки, а мне никто не хочет какой-то скилл новый? Да? Ничего не могу сделать, раз ты не видишь, да-да-да, я все вижу. О, тут можно подняться на второй этаж. Как интересно. А это тогда куда врата? Роща духов. Ага, понял. Сделали, чтобы не надо было оббегать. Тут еще какие-то врата, значит, возникнут. И, возможно, еще и тут. Хорошо. Возвращаемся. Да, пройди, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста.
Итак, это пока что наш единственный путь, ну, короткий, единственный короткий путь в заросший лес. Отличное начало. Взял просто лицом, тыкнулся в этого чувака. Идеальнейшее. Видите, здесь все в этих вот стеночках. То есть... А, с тобой поговорить можно. Раньше эта дорога вела на болото, но король лягушек перекрыл ее. Если бы у тебя было столько же сил, как у матушки, может, у тебя получилось сломать преграду. Вот, я про то же. Столько же сил и сломать преграду. То есть это как раз тот скилл, которого нам не хватает. Так, еще одна семечка заберем. Нам вот это надо. Но сюда можно прилететь только сверху, да, понял. А как теперь? Вот я забрался наверх и куда? А, сюда, все, понял. Что-то я невнимательный сегодня. Что-то тут лабиринтище. Так, чуваки вроде, типа, с одного замаха уходят. Странное место. Weird flex, but okay. Тут надо привыкать к новым механикам. Спасибо. Отлично! Спасибо! Эта штука мне... Все, я понял, она будет мне ломать то, что мне нужно. Это она мне шорткат сейчас сломала. А что я могу еще с твоей помощью сломать? Ясно, у него дальность действия есть некая. А вот это можешь сломать? Нет, не можешь. Хорошо. Да, это я сейчас уже просто балуюсь, подставил эту штуку. Жаба-матушка. Так, пол хпшки, надо аккуратнее. Я понимаю, что у нас там шорткат близко, все дела. Мне сейчас этим цветком надо будет сломать. Да не так, ты чё? Спасибо, вот так. И вот это тоже мне тогда сломай. Спасибо. Будем себе шорткаты делать максимально. То есть это тоже к дверям ведет, супер. Грибочки надо порубить. Так, это пока работает. Отлично. Ага, два раза тебе. Ударить он меня собрался. Там ключ. Хочу ключ. Спасибо. Давайте поднять. Тут ничего нету. Тут вот эти деревья так все закрывают. Такое ощущение. Такое ощущение, что они что-то прячут. Невозможно. Меня на этом где-то подловит, я уверен. Что за пенек странный? Не знаю, мне многие вещи начинают казаться странными, потому что я их первый раз вижу и как бы молчаю. Ты серьезно? Это я заберу, спасибо. Такая нычка. Довольно очевидная. Ну ладно. Ну, чувак, ну точнее стреляй. Спасибо.
Мне сюда еще нужно бы как-то. А как? Отсюда можно прийти. Да? Да, хорошо. Надо будет поглядывать за этим. А эти что? Да иди ты нафиг. Ну просто против двух сразу я сражаться не хочу. Где нафиг? Так, хорошо. Проблем? Нет, не проблема. Погодите. Это так, так, хорошо, понял. Дружище, мне нужно, чтобы ты вот сюда вот пульнул. Спасибо. Ты крайне любезен. Ага. Так, ну я пойду семечку-то заберу. Че нам-то? Вон, видите красный храм? Мне бы к нему, кстати, спуститься. Я был бы прям не против. Нечка, а что? А, вот что мне мешает. Я подумал, что тут нету стенки. А, так тоже не могу скатиться. Погодите. Отсюда? Ладно. Найдем способ. Мы пока что только... Ай, блин, мне наверх. Мы пока что только первые дорожки прокладываем. Там дальше видно будет. Знаете что? Наверное... Я не буду жадничать. Семечки вроде есть. Да! Ох уж эти переходы по мосту. А зачем это здесь? Стойте! Зачем это здесь? Нет. Но оно же... Просто так не бывает. Ну хорошо. Куда это мы? К жителям чаще. Жители чаще. Вот сюда можно будет прилететь на этой штуке. Блин, он по мне уже стреляет. На! Ха-ха-ха-ха. А, вы бессмертные, что? Ой, блин. Классно. Вот, какое-то местечко, которое... Погодите минуточку. Да, это тот самый спуск, потому что как только я прыгнул, меня развернуло. Вот как я сюда добираюсь. Я думал, я сейчас упаду и не туда, поэтому нажал на паузу. Оказалось, что это туда. Опять у нас три из четырех того, три из четырех этого. Супер. Ну, теперь пойдем дальше. Опа, и мы уже опять здесь. Да, вот этот спуск, который ведет нас туда. С тобой можно поговорить? Да. Раньше мы исследовали подземелья, но чаще запечатала их. Рад за тебя. Ну, в смысле, за то, что вы исследовали. Король лягушек прыгнул на моего брата, и его внутренности превратились в наружности. Какое элегантное описание. Да, короче, король лягушек — это у нас следующий босс, это у нас общее зло. Хорошо. Будь осторожен, некоторые растения могут показаться тебе аппетитными, как и ты им. Логично. А тут... А, это я под это упал. Круто. Ну, давайте тогда еще с этим поговорю. Здравствуй, пернатое создание. Я плохо слышу, говори, пожалуйста, громче. Хорошо. Привет, ты ведь искатель, как и я. Ну что привело тебя сюда? Ты хочешь изучить музыку детей чаще? Как жаль, что старейшина чаще потерял свой рог. Надеюсь, она скоро его найдет. Я услышу прекрасную музыку. О, это звучит как сайт-квест, ребят. Как сайт-квест, который я бы выполнил. Так, это, видимо, открывается с другой стороны. Хорошо, у нас отсюда... One way, получается. Хорошо. Супер. Ага. Это будет шорткат в эту сторону. Все, я понял. Я сюда сейчас никак не попаду.
Ну, давайте исследовать. Сюда можно. Давайте еще там глянем. Тут же ничего не бывает просто так. Видите, семечко. Да, ничего не бывает просто так. Теперь нам точно в ту сторону. И так, здесь у нас будет лягушка, и лягушка нам даст возможность сильно бить. Вроде как. И чё? Ну, открыл... А! А, я мог все это время сюда пойти? Серьезно? Спасибо. Еще лестница сюда. Офигенно. Хорошо. Тогда... Кстати, просто эксперимент. Скорее всего, это ничего не значит, но если по фонарю выстрелить... Не, ничего не произойдет. Ну, я, в принципе, так и думал. Однако же, проверить разные подозрительные теории лучше сразу, чем потом об этом пожалеть, да? Что ты их не проверил. Ах ты ж! Больно, блин, вообще-то! Ага. То есть эта штука свесилась бы только... Кстати... А, нет, тут я никуда не дойду. Я аж подумал. Их можно убить! Но только выстрелами, да? Видите? Они прячутся. Мелкие засранцы. Хорошо, учтем это. Нам вот эту штуку надо разбить. Это же разбивается? Да, разбивается. Нам нужен тот цветок. Пофиг, подойдем к нему с другой стороны. Надеюсь. Супер. Эту семечку тоже сейчас... Ну, вроде как складывается, но такими маленькими кусочками, постоянно такой, ну вот еще чуть-чуть, но далеко не пройдешь, вот чуть-чуть еще можешь пройти, но далеко не пройдешь. А потом все-таки более-менее складывается, я не знаю. К жителям чаще, да, спасибо. Это у нас, получается, будет просто шорткат, мы сейчас можем пойти в две стороны. Что чрезмерно радует? Нет, ну, не знаю, посмотрим. Вот это можно... Фиг тебе. Зачем я упал-то сразу? Зачем я упал-то сразу? О, это еще и арена! Это еще и арена. Посадим здесь цветок. Если меня коцнет, я попробую пойти и съесть его. Так, пардон, ребята, отвлекли. Опа! Есть. Арену затащили. Но раз уж цветок посадили, я его схаваю. Спасибо. Что это за баночка? Очень странно. И поджечь ее тоже нельзя. Блин, сунулся на арену. Что я получу взамен? Я хочу экспу взамен. Ну ладно. Этого чувака мы немножечко упакуем. А, вот, я могу. Вот! Это секреточка. Спасибо. Заберем. Осталось меньше сотни до левела. Это круто. Было бы хорошо успеть сегодня прокачать. А, вот, кстати, этот же
эта штука, которая нам откроет. Спасибо. Было бы здорово успеть сегодня прокачать этот самый левел. Можно сюда, но выглядит как будто одинаково. Давайте тоже этот шорткат сразу откроем. Это у нас к деревне будет вести. Спасибо. О. Надо что-то ударить. А, вон грибы есть. Кстати, тоже выглядит как арена, если что. Есть, минус. Минус, отлично. Вот, а, тут будет лестница открываться. Пока что я ничего не могу с этим сделать. И отсюда я потом могу спуститься. Я понял. Хорошо. То есть, видимо, вот здесь я смогу подойти, телепортнуться сюда и отсюда спуститься. Не знаю даже, когда это будет. Тут тоже будет лестница. Вон, вижу рычажочек. У-у-у, выглядит зловеще. И это выглядит, как будто сюда можно будет портнуться. Хорошо. Там нет прохода, серьезно. Такой, ну... Ну ладно, там была семечка. Что за арена? Ну, появляйтесь. Что-то странно, аж как-то такое место. Оно явно как арена выглядит, но при этом мобы не лезут. Сейчас я к вам туда наверх схожу, ребят. Погодите, погодите, я сейчас еще магию прокачаю, она станет сильнее. Вот тогда вам будет весело всем. Так, окейушки. Сюда вот это можно взорвать. Это я вижу даже, наверное. Ну-ка. Спасибо. Обычный шорткат, но все равно приятно. Что не надо будет лишний раз. Опа. Не угадал, дружище. Да! Третий раз, если промахиваешься, попадаешь прямо ему под руку, и он тебя бьет. Вот. Неприятно. Так. Хорошо. Вот это место. Ага, все, понял. Ну-ка, разбей. Спасибо. Раз, два. Куда это можно будет дальше? Я уже смотрю на те вещи, которые можно будет сделать потом, хотя я сейчас их не могу, конечно, сделать, но это интересно. Так, в кустах ничего не прячется? Вроде нет. Сюда можно будет портнуться за вот этим. Причем, смотрите, в чем прикол. Видите отражение этой стрелки? Это значит, что это не просто мой курсор, а что она существует типа и в этом мире, потому что у нее есть отражение. Это интересная теория. Так, хорошо. Пойдем дальше. Мы пока что как-то выше карабкаемся. Я так понимаю, что там где-то... А, это похоже на скелет. Там где-то наверху у нас будет... Сам король. О! Обломитесь. Больно, если чё?
Блин, так плохо эти два удара пропустил. Еще! Нет! Ох! Обидно. От ворот аж прям. Блин, прикиньте, как далеко ворота-то. Здравствуйте. Нет, ну я-то, конечно, шорткатов-то понаделал. Но все равно. Ладно, сейчас вернемся. Не, знаете, со всеми этими шорткатами оказалось ближе, чем я думал! Фига себе, эти твари прыгать умеют. Я не знал об этом. Нам вон туда. Вот почему здесь череп. Вот такой легкий намек. Хотя, может, это просто тень так неудачно сложилась. Я уже во всем намеки вижу. А что там тогда наверху? А, тут семечку можно посадить. Ну-ка. Здесь проход в тайничок. Да, отлично. Здесь проход в тайничок. Как раз мы им сейчас и воспользуемся. А потом пойдем уже на этот файт. Вот здесь мы вылезем, да? Да. Опа! Да! Зеленый, 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 да, зеленый? Пожалуйста, зеленый. Да, зеленый. Дополнительная хпшка. Цельный кристалл наполняет вашу душу энергией, ваш запас жизни увеличен. Это как нельзя кстати. Есть. Спасибо. Да, вот не зря полез. Супер. Теперь можно идти драться. Если я сейчас еще из пятью продую, вот это будет обидно. Ну давай, поехали. К тебе. Он прыгает прям... Да ладно тебе! Они прыгают прям сходу. Если он находится слишком далеко, он просто берет и на тебя сходу прыгает. Надо вот эту фигню убить. Вот это сейчас, конечно, обидно было. Видели, видели, видели? Берсерки фиговые. И все! Ну, то есть, на самом деле, это не трудно, но вот то, что они так себя ведут по-свински. Ладно. Цветочки здесь были чисто для моего же собственного бафа. Если бы я их лупил и потом бы просто уворачивался, то они бы мне помогали. Так, погодите, нам явно туда. Наверное. Это интересное место. Спасибо. Да, у нас, кстати, 720. Дайте мне тогда... Как я это увидел? Дайте мне тогда, пожалуйста, следующие врата. Мы уже довольно далеко прошли. Да, мы открыли много шорткатов, но я бы не отказался от еще одних врат. А, вот еще один шорткатец. Да, я даже понял, куда это. Мы можем даже семечку, наверное, посадить. Ладно, пока что пожадничаю. Не буду сажать. Нам надо дойти до какого-то определенного этапа в этой жизни. Что за... Поднять? Рог! Я нашел! Матушка очень обрадуется. Точно! Мне же... Это мой мини-квест. Мне его вернуть надо. Так, погодите. Нет. Чё, да? Ха-ха! Сработало! Фига себе. Это вот именно на тайминг было как-то. Это... Вот! Крутяк. Это секреточка. То есть по-другому бы мы сюда не попали. Я еще немножечко вперед пройду, потому что я все-таки надеюсь, что где-то врата дадут. Слишком долго мы идем. Хотя, по идее, нужно... Нет, погодите.
Я что-то не то понял. Сюда, сюда. А, погоди, возможно, мне в принципе без... Вот, вот это место, что я вам говорю. Возможно, мне в принципе без рога не дадут пройти дальше. Давайте мы его вернем, и все равно здесь. Ну-ка, держи. Надеюсь, он его скоро найдет. Погоди, а где старейшина? Кто из вас старейшина? А, вон тот, наверху, наверное. Да, так, что распорядилась природа, что растения питаются нашими телами, но они могли бы подождать, пока мы умрем. А, вот самая большая штука, я с ними не поговорил, с ней, с ним, да. Мой рог! Большое спасибо, пернатый друг. Как вы могли убедиться сами, наши земли полны опасностей, особенно с тех пор, как болотный король захватил престол. Ах да, я так рад, что рог снова у меня. Как и было обещано, я обращусь к чаще, и, быть может, она услышит ваш зов. Такие рожки прикольные. Вот это место. Спасибо. Хорошо, тогда на этом будем серию заканчивать. Пойдем дальше в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.